снять. Прыгнул, жди меня, да, ведь там там, потом я тебя сам приведу. Давайте вот с этой концовки, и мы идем на нет. Десятый день 10-го юбилейного фестиваля. Балет Большого театра. Уже, по-моему, в четвертый раз на нашем фестивале. Для нас это событие всегда радостное, уникальное, потому что наш балет всегда был впереди планеты всей. И, к счастью, остается нашей гордостью. И мы счастливые люди, так как у нас сейчас на нашем фестивале балет Большого театра во всей его красе. У нас сегодня разная программа. В первом отделении это классические номера, во втором это чинкуя, современный балет на музыку Вивальди. У нас уже был один экстремальный случай в первом отделении, в первом акте. Естественно, авария на подстанции, выключается свет, полная паника. Но в этот момент включается обязательно. Вот театр есть театр, понимаете, никто не растерялся. Наша публика, просто не смолкая, нон-стоп, просто аплодировала и поддерживала знаменитых артистов. Таким образом заполняла эту паузу. Слава богу, авария была очень короткой, поэтому все хорошо. А вот и участница этого экстрима Кристина Кретова, потрясающая балерина, впервые в Иркутске с триумфом танцевала под Эдею из Дон Кихота. Кристина, скажи, пожалуйста, какие ощущения? Экстрим на сцене всегда добавляет хорошего, в хорошем смысле слова, нервов. Слушай, на самом деле я очень счастлива, что это случилось впервые за мою 31-летнюю карьеру. Во-первых, хочу сказать, что все дни, которые мы провели здесь, на Байкале, они были полностью в таком, ну, мини-экстриме, так скажем, но для меня это было впервые. Во-вторых, мне очень приятно танцевать на этой сцене. Наконец-то иркутские зрители увидели Большой театр, прим-балерин Большого театра и нас в том числе. Ну и, конечно же, я жду от вас запись, Денис, потому что такое впервые, такое нельзя забывать. Спасибо большое, ждем. Вам спасибо, да. А Байкал как почувствовал? Почувствовала энергетику Байкала? Слушай, энергетика потрясающая. Я на самом деле не думала, что здесь такая балетная публика. То есть они точно знают, где нужно аплодировать. Это очень редко. Особенно вот
для русской, так скажем, публики, да, которая не так избалована балетом. Поэтому это было очень приятно и неожиданно. Да, но я тебе уже сказал, что если в Чинкуе сейчас будет такая же ситуация, рояль наготове, я буду играть в вальс. Так что все будет в принципе, в с импровизацией у нас тоже все да. Отлично. Режиссер, будет все в порядке? Вперед. Да, все отлично. До встречи. Пока-пока. Пойдем. В святую святых. А, вот. Прим-балерина Большого театра. Поймали. Артистка России Екатерина Шипулина, не побоюсь этого слова. Как ощущения? Хорошо. Все хорошо идет? Все отлично. Были некоторые накладки, но... Ну, без этого невозможно. Слава богу, да, публика поддержала. Тебе нравится здесь выступать? Ну, ты спрашиваешь. Я уже ветеран танцевального движения в Иркутске, потому что я, наверное, из всех артистов, кто приехал в этот раз, наиболее, наверное, я большее количество раз была здесь. И поэтому, наверное, мне более знакомо все. Но, тем не менее, мы каждый раз привозим новую программу. Угу. И сейчас публика увидит новый спектакль. Он сложный и по свету, и по музыке, по движениям. Поэтому у нас такая должна быть совместный тандем. Держим кулаки, чтобы все получилось. Можно сказать, что Екатерина, так сказать, такой культмассовый сектор этой группы знаменитых артистов. Идейный всех собрала. Идейный вдохновитель. Все собрала, тащила стулья. Декорация в этом спектакле. 5 стульев. Она лично везла эти стулья, сдавала в багаж, потом принимала чтобы их. Чтобы все было по-настоящему, без халтуры. Да, так что единственная просьба, все-таки научи меня делать ПДШ. После спектакля. После спектакля. Спасибо большое. Зайдем в святой святых все-таки посмотреть, как там у нас поживают Екатерина Крысанова и Анастасия Сташкевич. Девочки все раздеты. Да, девочки раздеты, так что можно заходить. Здравствуйте. Буквально несколько слов. Можно вас спросить? Екатерина Крысанова, Анастасия Сташкевич. Вот. Видите, какие симпатичные, какие красавицы работают в Большом театре. Несколько слов. Какие ощущения после первого дня? Как ощущение энергетики Байкала, звук будет все хорошо, свет не будет вырубаться. Если что, я помогу на фортепиано, здесь их целых 2. Так что... Ну так что какие впечатления, вот так сюда все подступило. Я говорю, все подступило, вот так вот. Волновались, конечно, друг за друга, потому что немного каких-то у нас случились неожиданные моменты. Но, в общем, как мы и привыкшие ко всему, мы старались так выкручиваться, делать вид, что ничего не произошло. Надеемся, что все дальше пойдет. Браво за необычные абсолютно номера. Танго и вообще Меркурий, это где у нас Меркурий сейчас? Меркурий, да. Это вы к нему сходите. Какие в гости. Таланты, да. Он очень волновался, потому что сегодня у него был такой ответственный показ именно для своей группы. Вы какой раз здесь? Четвертый? Третий. Байкал ничего, взбодрил? Байкал абсолютно вообще. Надеюсь, на целый год зарядил. Да. Все, видите, какие красотки, как вы поживаете? Шикарно. Анастасия. Шикарно. Вы такая большая. Удачи на второе отделение. Спасибо. Лобухин и Меркурий. Можно к вам на секундочку? Да, это вот Михаил Лобухин, собственной персоной, в таком концертном виде, я бы сказал. Скажи, пожалуйста, твои ощущения в этот экстремальный момент, который был в первом отделении. Даже, скажи, добавляет же драйва вот такие моменты? Абсолютно спокойно это воспринял, потому что я знал, что все закончится на высшей ноте, как это и произошло. Браво! Молодцы, что абсолютно не растерялись и действовали как настоящие сибиряки. Здорово! Нет? Быстро включили фонограмму, и мы дотанцевали, и зрители, главное, поддержали как. Публика почувствовала, да, сразу нашу? Абсолютно. Скажи, пожалуйста, вот еще раз Высоцкого их много... Это не Барышников ты танцевал? Нет, это не у него другая песня, у него песня «На коней». А, «На коней», да-да-да. Да, и хореография другая. А это японцы? Это поставил Морихиро Ивата, да. Его попросил сделать, но мы выбрали эту песню. Я большой поклонник творчества Владимира Семеновича. Да. Всегда хотел иметь сольный номер. И так получилось, что он... Твой конек уже стал практически. Да, это я себя в нем комфортно чувствую настолько, что могу расслабиться и получить удовольствие. Ну, такое перевоплощение после Владимира Семеновича сразу на Дон Кихот. Вот что значит настоящие артисты. Good luck. Мы спасибо. Очень рады вас видеть. Скоро увидимся. Спасибо. Денис Родькин, мой тезка, уже не первый раз на Иркутской земле. Какие у тебя ощущения, скажи, пожалуйста? На Иркутской земле или на сцене? Да кто? Я сегодня буду рыжей. Рыжая бестия. На сцене чуть-чуть похуже, чем на Иркутской земле, потому что
Здесь блестящая водка. Иркутск. Ну вот, наконец-то мы узнали секрет успеха Большой Планеты Большого Театра. Да, и, конечно же, я не первый раз вообще в Сибири, потому что я на протяжении 17 лет ездил к дедушке. Он родился недалеко, в Красноярском крае. Ты рассказывал, да. Так что да. Ты сибиряк, можно сказать. Да, я... Ну... А я сразу вижу, есть тебе что-то человеческое. Оказывается... Сибирские корни. И дедушка тебя в бане парил. Ну я, да, у тебя это все не в новинку. Ну, каникулы не всегда получались в Сибири, потому что мне всегда приходилось выпалывать ему, полоть ему огород. Он меня заставлял. То есть он считал, что отдыхать это для стариков. То есть уже физические упражнения? Конечно, физические упражнения, и заставлял меня бегать. Вот, и поэтому... Прыгать. И прыгать. И прыгать тоже. Добавила Екатерина Крысанова. И поэтому Сибирь у меня такая ассоциируется более с физическими нагрузками, нежели чем с отдыхом. Ну и, конечно же, с красивейшей природой и блестящими просторами. Спасибо, Денис. Пожалуйста. До встречи. До свидания. Всего доброго. Еще увидимся. Спектакль идет. Будем смотреть второе отделение. Важнее спуск. Между прочим, у Жени тоже была премьера сегодня. Это нерпа, ты что? А, да. Местная, какой? Местная нерпа. Это нерп. Местная нерпа. Мне кажется, нерп. Нерп. Что, Женя, что ты хочешь сказать? Я прыгал в Байкал, надеялся увидеть. А Женя должен лечь. Так, поехали.